Эй-йоу, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня, прямо на стриме, прямо в онлайне, ну вы это видите в записи, но это вообще на стриме, будет дуэль на промокод от разработчиков. Это не шутка, это не пранк. Можете сами пересмотреть этот стрим, я реально, если он меня выиграет, отдам ему промокод. Ну что же, ребятки, поехали. Блин, в первом раунде я возьму Дигл, Дигл меня никогда не подводит, я скажу так. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. В первом раунде я выигрываю даже киберспортсменов. Вот кто бы ни был, мне все равно, но если у меня Дигл, тебе хана. Просто бьет меня. Но вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте лайк за такие мега-дуэли. Ни хрена себе быстрый! А, скорострел! Ух, египетская сила. Нормально, ништяк, разочек попал, хэштег, головка прошла. Ух ты, блин. Ну ты на кого батон крошишь? Братанчик, ну ты ж понимаешь, где жопа. Короче, погнали на нож, была не была, ща как девочка. Ладно, я понял. Ну, один раунд можно дать фору. Ну, пацаны. Один раунд можно дать. Ничего страшного. Нормально. Сейчас затащим. Сейчас все будет. Не кипишуйте. Пацаны, я чувствую, что не хватает ваших лайков. Мне нужна ваша поддержка в виде ваших лайков. И я сейчас буду тащить. Блин. Скорее всего, он сейчас купит АКР. А у меня бабла хватает только на Сана ЮМП. Это будет полная попа. Так. Играем, боетемка. Правило самое обычное. Да! Ни хрена себе! Он даже не успел по мне выстрелить! Пацаны, счет 1-1. Ништяк. Пока что побеждает дружба, но это ненадолго. Потому что вы, ребят, вы меня знаете. Я, пацаны, за промокод любого замочу, поэтому лучше я выиграю. Потому что если он меня выиграет, я ему отдам промокод, который могли бы получить вы, подписчики. Поэтому желательно, чтобы я его выиграл, и вы получили на один промокод больше. Так. Ох ты, блин. Нифига себе. Пацаны, где он? Ха-ха! Кажись, кто-то играет без звуков. Потому что если у него были бы звуки, он бы понял бы, что я находился в двери. Ништяк, счет уже 2-1. Как же я люблю такой счет. Вот, ребят, приятно смотреть, когда я выиграю. А то вот надоело. Постоянно все пишут кент-нуб. А я уже вторую дуэль на канале подряд выигрываю. Вот так вот, да? Это вам не шутки. 2-1, Кента ПК в полном разоре сил. И сейчас я его зарашу, он сейчас просто феет. Он даже вышел, вы понимаете? Подождите, а что это за хрень? Эй, что это было? Нифига себе! Это был самый быстрый раунд в моей жизни. 3-1. Это, походу, разработчики повлияли. Дуэль на промокод, это не просто вам шуточки. Это даже покруче, чем дуэль на нож. Как он... Как он сзади оказался? Ребятки, вы видите, что я взял себе АВМ? Я думаю, вы понимаете, что сейчас будет. Хэштег Буча! Потому что сейчас просто будет разнос. Тотально, канальный разнос. А, пролагал, пингер. А как? Не, пацаны, это пингер, жесткий пингер. Я опять выиграл! Ха-ха! Это самая странная дуэль в моей жизни. Это просто самая упоротая дуэль за всю историю дуэлей. Он опять проиграл. Не, пацаны, походу вы все поставили слишком много лайков. И за счет этого я уже два раунда подряд выиграл просто так. Блин. Давайте, чтобы все было честно, чтобы не писали, что Кента ПК так нечестно. Я буду играть с пистолетом против него. Вот реально выйду с пистолетом или ножом. Вот, видите, я играл с пистолетом, поэтому все по-честному. Я специально только что один раунд слил. Поэтому тут, как говорится, все по-честному, без обмана у начальника Сулеймана. Все, играю дальше, счет 4-3, и я все равно побеждаю. Так, ух ты, блин. Попал. По красоте, ништяк. Лонг или нет, как думаете? Блин, хрен его знает, где он сейчас. Давайте я лучше на ступеньках подожду. Так, или Тёмка. Не, в Тёмке его нету. Нормально. Правда, я спалился. А как он так гранату прям мне в щи кинул? А как так? 4-4 уже? Офигеть, я ему еще поддавался?
Не, ребят, больше такого не повторится. Больше такого не повторится. Не, я промокод хочу вам, подписчикам, разыграть лучше, чем отдать парню. Не, пацаны, надо тащить, надо выигрывать. Вы гоните? Проигрыш вообще ни в коем случае недопустим. Поехали. Пацаны, пожалуйста, поставьте лайки, потому что ваши лайки помогают кентухе тащить. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ух! Египетская сила. Где он? Где он? Давайте лучше от греха подальше перезарядимся. Блин, пацаны, ну парень играет явно хорошо. Передай мне привет. Да как так-то? Блин, мне донат отвлек! Донат отвлек! Я отвечаю, пацаны! Владимир, привет тебе! Но ты меня отвлек! Я видел, вижу на минимапе, вижу на минимапе. Да! Правда, правда доказала. Счет 5-5. Просто хэштег по красоте. Блин, вот такие киллы я люблю. Он даже не понимает, что произошло. Он не понимает, что он уже мертв. Но Кента пока его убил. Пацаны, короче, я предлагаю сейчас по-быстрому его зарашить, чтобы он просто офигел от неожиданности. Давайте! Давайте психанем! Давайте, быстрее. Просто я хочу, чтобы он просто офигел. Так. А где он? Я уже пошел всю карту, его нигде нету. Обалдеть. Братанчик, ты где? Может, ты тут? Может, ты в темке? Да не, вроде нету в темке. Может, ты на ланге? И на ланге тебя нету. Блин, я сейчас, короче, ребят, офигею, если он бомбу запланете. Так, кинул флешку. У него ВМ, мне жопа. У него АВМ, вы понимаете? С этим шутки плохи. Но! На каждый АВМ есть свой Кент АПК. Братанчик, спасибо тебе за то, что ты купил мне АВМ. И теперь я покажу, как надо играть с АВМ. Сейчас я, ребята, покажу, с какого места должны расти руки, чтобы убивать так само, как убивает Кент АПК. Ха-ха-ха! Счет 6-5, и сейчас, ребята, надо с этим завязывать. Если Кент АПК купил АВМ, это означает, кому-то пришел конец. А может, он в темке? Давайте, просто проверка на лоха. Не, в темке его нету, да? Проверка пройдена успешно. На лонгу тоже нету. Да! 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 Кто папка? Кто папочка? Кто батя? Кто? Скажи, ты? Кто? Кто? Вот так надо играть с АВМ. Вот так надо учиться. Фух, пуля, вот это понимаю, пацаны. Это просто буча. Блин, как я это сделал, я не понимаю. Ну чё, счет 7-5, и Кента пока побеждает. И походу все-таки этот промокод получит подписчики. Блин, вот это потная дуэль. Я слышу шаги. Да, он прошел или нет? Мне вот очень интересно, он прошел или нет, как думаете? Прошел. Увидел его. Иди сюда, просто иди к папочке. Там мимо, да как так? Ну зум! Да иди сюда, да быстрее, дайте убью. Время поджимать, сейчас бомба рванет. Все, мы сдохли. Не, ну все, раунд слили. Да. Он успел заплантить бомбу. Ну ничего, ребятки, у нас все равно большой отрыв. Счет 7-6, и пока что все идет в пользу того, что я его в конце концов должен выиграть. Блин, ребята, но дуэль прям нереально потная. Мелодошки вспотели, все вспотело. И самое главное, это дуэль на промокод. А их-то не так-то и много, поэтому надо экономить каждый промокод. Я постараюсь выиграть ради вас, подписчики, чтобы вы получили на промокод больше. Да, это... Подождите, а что это за хрень? Ну почему всегда все заканчивается именно так? Это самая упоротая дуэль в моей жизни.